Всем привет! Вы на канале Мистер Макс Плей, и мы играем в новую игру. И она называется «Зомби против растений» Garden Warfare 2. Все... Запас сокращений. ТВЗ? ГВ2. Итак, welcome в какой-то город. Ты посмотри, зомби тут. Летит какой-то аппарат космический. А это наш, похоже. О, это что, лук, цветы какие-то, смотри, растения. Это зомби, похоже. Это растения, вот зомби. Видишь? И зомби воюют с растениями. Вау, как круто. И что, цветочек сейчас выиграет? Прикол. Вау, как это кукуруза вместе с кем-то она. Я думал, это зомби. А это какой-то... Прикол. Короче, мультик очень прикольный. Все летают, все стреляют. О, как круто полетел вообще. Он у меня захитился. Это прикол. А у этого что, на голове лампочка какая-то? Вау, какой ты парень! Цитрус! Апельсинка! Чё, почищенная, да! Ух ты! Это какой-то суперагент! Ты какой большой! Это наш мандарин! Ну что, привет! Привет! Ты попал в Зомбурбию! Зомбурбию! Тут живут зомби! Мыша! Крыски, мышки! Там какой-то, о, ходит зомби, там тараканы бегают. Ого. Класс! Смотри, какой он страшный! А мы на каком канале? Мистер Макс Плей! Всем привет! Так! Они какие-то реальные зомби все. Даже у фламинго глаза светятся. Да. Почтовый ящик такой страшный. Я! Короче, это нам все еще мультики показывают, это еще не игра. Вау. Вау. Там мы появимся, наверное. Наверное. Вот ты. Это ты растение? Да! Цветочек, привет. Это я ему. Это ты есть, да? Да. Ага. Короче, ты подсолнух. И идешь сейчас воевать с этими зомбиками. How did you grow in there? You need to get out fast. А ты знаешь, как их бить? Да. Ага. Oh no, zombies, careful, they bite, они кусаются. Короче, прикольно, ночная какая-то такая игрушечка. Вон, тебе туда надо добраться, да? А чем ты стреляешь? Семечками? Да. I'm coming to get you. Can you get past the zombies? Ты можешь пройти мимо зомби? Yeah, молодец. Так, а где твои жизни? Ага, вон вижу. Ух ты, какой он стрёмный. Босс, похоже. Да, это охранник. Тебе надо, получается, отсюда выбраться. Yeah. Кукурузы! Да, зомби! Сейчас все попадают. Нормально. Короче, ты можешь выехать? How about popcorn? Is it even legal? Короче, вон какая-то машина или что это там далеко? А, машина это наша! Короче, там сейчас будет тебе подмога, что ли, да? Через 30-40... О, это сюда, вот они прилетят сейчас твои, нет? Давай, всех стреляй! Убегать не надо, нет? Не, отлично, еще один! Давай! Yeah! Ух, как их много! Stay in the magic cycle! Вот там, в magic cycle стой! Я так понимаю, они в Magic не могут зайти, что ли? Наверное. Давай и стреляй по всем. Ух ты, там большой. Надеюсь, что он не сможет сюда зайти. Они заходят! Вау. Это, короче, что-то страшное. Yeah! Это тебе подмога идет, да? Да. Нет, тебя забрали. Yeah! Фух, а игрушка прикольная. Yeah. Такая очень даже красивая. Машинка такая классная. Фух. Короче, я так понимаю, какой-то это тебе первый раунд, что ли? Первое задание ты выполнил. Так, Backyard Battleground. Не успел я, кстати, сегодня был на пикнике, вот. Сегодня последний день школы.
Завтра каникулы начинаются. Точнее, сегодня, когда вы уже будете смотреть это видео, уже идут каникулы. Второй день. Да. И мы уже не дома. Вы смотрите видео, мы уже не дома, мы уже уехали. Хотя видео снимаем еще пока дома. Да. Так. But on the bright side, I planted tree under my house. Что-то там... О, тут красиво, тут цветочки растут. Это наш дом. Надо было читать. Мы не читали, мы пока за зрителями общались. О, тут красивый дом. What are those blue floaty things? Что это за голубая летающая штука? Какие-то информейшены? Штуки. Штуки. Ага. Это что? Одуванчик. И подуй на него. Не могу. А его надо... А нельзя взять много-много растений в свою команду и идти воевать с зомбиками? Нет. Ты еще не знаешь, как тут играть? А я даже не знал, где выход. Кстати, мы первый раз вот это загрузили эту игрульку и играем. Да. Я даже и не тренировался. Совсем. Но мы потренируемся и сделаем, я думаю, еще такие видосики. Потому что игра реально крутая и прикольная. Я ее так хотел. Уже 100 дней прошло, как хотел. Долго меня Макс просил, наконец-то я ее установил. Значит. Так, вот какие-то растения. Только вот это. А это что растет? Это я расту. Прикольно, ты растешь, такой малыш еще. Да. Вау! Кактусы! Это у меня есть! Я могу их взять. Я возьму кукурузу. Ага. Ой, ты в него выстрелил в кукурузку. Detail, promotions. Total Corn. Я думаю, это ты выращиваешь этих боевиков себе. Вау! Смотри, Kernel Corn, Popcorn, BBQ Corn. Back. Outset. Вау! Твоя задача какая? Ты не знаешь, не выращивать растения? Нет. А, ну, некоторая задача. Короче, ты, я так понял, решил немножко повоевать? Нет. Нет. Я вот... Не знаю, где у нас коридор. Пойду вот задание. На машине был тоже информация. Peek inside, ишку, ешку нажимай. Нет. Пришли внутрь. О! Какой-то дядя. Что-то бубнит там. Greetings, friend. Do not be alarmed. I'm the Dave Bot 3000. There is a thing to communicate, but I'm programmed to talk through the door. Короче, он не предзапрограммирован говорить через дверь. Проходи в локейшн в гараже. Давай, open, давай. Давай, будем что-то открывать. Waiting for that, On my way? Maybe late или on my way? Ты будешь его открывать? Да. Давай, on my way, значит. Did I eat the remote again? Съел этот пульт, он съел. Короче, тут разные-разные локации какие-то непонятные. Что там делать, тоже непонятно. Где мой коридор вообще? Вот этого чудика можно выпустить. А куда этот коридор? К зомбикам? Ну, я вот посмотрю, блядь. Коридор. Вот мостик какой-то прикольный такой. О, мячик. Я вот просто ищу коридор. А ну какие-то типа подсказки он дает, это объектив, это тебе никуда объективно. Надо идти? Объективно, объективно. Объективно, похоже. Объектив. Что значит объектив? Это не цель? О, видишь, это туда надо было тебе идти. А ну, что, опять мультики? Стрелять по ним? О, а если с крыши стоять, реально? Ты можешь посадить что-то. Ага, короче, ты ищешь пустые эти горшки и садишь. О, прикольно. Вон еще одна цель, видишь? Объектив. Тебе надо туда дойти. Расстрелять всех зомби. О, малыш стреляет, прикинь. Ты его только посадила, он уже такой классный. А, это мой. Он уже разрушает зомби. Поехали к новому объектив, да? И что там, будем садить новые растения, что ли? А ну-ка. Что здесь? Ну-ну-ну, Макс, ты прошел. Вернись туда. Макс, вернись, вот к этой тележке, да. И что здесь? Что-то надо сделать. Расстрелять зомби надо. Не могу. Вот оно. Вот оно. Pick up remote. Надо было взять пульт. А, и открыть того дядьку, понял? Бери его.
Бери его, ешкой. Ешкой бери, и сейчас тебя расстреляют полностью. Все, бери, убегай. Убегай, как, а как убежать? Вон, 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 туда, синее, синее, синее. Да беги, вон, 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 вот, вот туда, вот туда. Туда? И, ну вот назад, видишь, оно тебе пока подсказывает. Макс, направо, развернись, пожалуйста. Вот тут оно. Да? Фух. А теперь тебе надо дойти к тому дядьке. У тебя пульт есть? Открывай его. Где там он? Open and garage door, у тебя задание. Во. Ешка. Ой. Вот, ты его выпустил. А покажи-ка на него. Вот он какой дядька. Прикинь, смешной. Дэйвбот 3000. А это пропускал. Ой. Are you confirm? You're not a piece of butter fred toast? Ты не тост? Confirm, что ты не тост, конечно. Вот из 1 плюс 2. Задачка. 1 плюс 2 сколько будет? 3 или нет, я тост? 3, конечно. А you... ты нашел секретную организацию? Наверное, нет, но sure еще. Ты придешь в секретную организацию? Согласен вступить? Да, или может быть? Possibly. Может быть. Oh, good. It's actually a recruitment bot for a secret organization. Arrow! Continue. Давай. Do not никому, никому не рассказывай этот секрет. Continue. О, вот и пошли какие-то задачки. Stampy, stampy, locked. Locked, locked, locked. Grumpy Stampy. Выбираю. Я знаю, как это пройти. Ты это уже смотрел где-то? Это с боссом пройти. Grumpy Stampy. Ты должен показать три умения. Первое, второе и третье. Я не успел прочитать. Let's go. Let's go. Поехали. У-ху! Первое задание. Leap Quest. Вау, мы попали. Вот, наверное, надо садить этих, да. Посадить растения тут. Grow plant. Что мы будем садить? Это. Это. У тебя два выбора. Либо это, либо подсолнухи. О, и они сразу стреляют. Вот это прикольно. Так, и у тебя цель где? Вон, цель направо. Вот, видишь стрелочка? Вот, сюда, к кустам подойди, Макс. Objective, видишь? Ага. Давай. Вау, тут такие ямы. А как там пройти? А зачем ты говоришь все время objective? Ну, надо. Оно там подсказывает, вот я и под тебе говорю. И. Okay. Ага, оно за стенкой. Вау, а что ты их не стреляешь? Нет. Зоопарк. Там не надо. Ты идешь в зоопарк. Objective направо, налево. Его кликнул. Так, нам налево. Вот туда. Макс, смотри, тебя же поворачивает налево. Во, а, вот туда. Вот там. Ага. Вот это агент? Да, это Grumpy Stampy. Ага, ну ты его знаешь. Привет, я Grumpy. Ну окей, continue, да, тут все время. Короче, какой-то он суперагент. Ой. И что, и мы пошли с ним домой? Легкое задание, как мне кажется. Еще пока не выполнено задание Грампи. А он за тобой идет? Да. Даже очень легко. Даже прикольно. Машинки тут такие прикольные у этих зомбарей. Где Грампи? Есть? Где он? Ты его потерял? Грампи! Вот там. Ага. Иди за нами. Че ты стоишь, Грампи, а? А, я так понял, не надо от него убегать. Надо всегда, чтобы он был недалеко, иначе он не успевает. Зомбарь! А, не Грампи. Ух ты, какой он сильный, ты видел? Он по голове как дал этому зомбарю и все. Класс, смотри, как он их любит. Они аж разлетаются без головы. Ага. Суперски. Зоопарк. Выход. А нам куда?
Он... Смотри, чтобы этот не потерялся. Малыш. Дамки-стамки. Ага. Они его что-ли бьют? Его, по-моему, не победить зомбарям. Он такой сильный. И на тебе дубинкой. Все. Радуга такая прикольная. Пошли, замки, Грампи. А ты назад дорогу знаешь? Ну что, вперед оно подсказывало, а назад непонятно. Ух ты, с пушкой. На тебе. Еще раз по голове тебе. На тебе. Все, развалился на части. Они стреляют по нему. Ему надо помогать. Стреляй, может, в них. Они его развалят сейчас. Не? Зачем? Не? Зачем? Куда ты? Может, он знает, куда идти? Наверное. Эй! Он сам себе идет, куда хочет, да? Да. Есть? Ого-го-го-го! Короче, Грампи зомби будет с Грампи Стампи биться, да, что ли? Да. Ну ты просто помогай Грампику стрелять по нему хотя бы. Вау! Ой-ой-ой! Убегать надо, убегай лучше, реально тебя сейчас завалят. Ух. Правильно, правильно делаешь, молодец. Продолжай стрелять. Ух! Это было опасно. Ух ты, у тебя заканчиваются пули. У тебя патроны закончились. Опять появились. Давай. Валим его. Есть! Грампи сильный. Класс. Вот это я люблю. Вот это крутая игрушка. Класс. Идем домой, Грампи. Идем домой, Грампи. И мы выполним первое задание и получим, наверное, даже медаль. Тут я уже знаком. Опять темная. Сейчас опять кто-то вылезет, какой-то супер Грампи зомби. Yeah. Грампи is happy. You have returned with Grampy safely. Короче, нормально. Грампи счастливый, задание выполнено. Грампи. In plans to do, he only hope. Короче, все нормально, он отдал какие-то там планы. Грампи спрячется. Ну, окей, see you, bye. Да? Тебе Yay. Дали 5000 черепов, что ли, за это? А, нет, это монеты. 5000 монеток. А вот я думаю, будем продолжать или пока на этом закончим? Продолжим. Короче, выполняем еще одно задание и на этом финиш, да? Мне да. нравится эта игрушка. Реально, она такая прикольная, красивая. И Грампи всех так лупил по голове. Особенно Но этого большого. Но в этом задании Грампи не будет. Не будет. Что-то будет интереснее даже. Давай посмотрим, что будет здесь. Давай. Continue. Start quest. Какой? Plan shoes. Secret plan shoes. Remove sand from shoes. Ты должен уметь выгребать песок из обуви. Если по пляжу ходишь в обуви, должен высыпать весь песок. Надо победить мистера доктора Зомбаса в шузах. Я что-то не пойму, ну ладно, посмотрим. But then his shoes go wet. Его обувь мокнет. Ага, короче, это у зомби какого-то становится мокрая обувь, он ее сушит на вулкане. На вулкане на острове. И мы сейчас туда попадем, наверное? Да. Now зомби украли его шузы, и мы должны вернуть. А, то есть шузы какого-то там овоща. Надо вернуть назад. Погнали. Bring me on the sand. Yeah! И мы идем выполнять еще одно задание. На острове. Ух ты. Ты такой прикольный, добрый. Какой же выбрать? Кукурузку. А, то есть ты сейчас можешь выбирать, кем ты идешь? То ты был подсолнухом. Ух ты, злой какой классный. Кактус? Ну, кактус не. Вот этот синий прикольный и кукуруза прикольная. Этот? Да. Скажи, какой крутой. Да, этот. Все, едем. Полетели. Класс.
Какой ты классный. Он умеет стрелять пулями, я думаю. Ну чем-то стреляет, подсолнух имеет в чем-то. Да, так и думал. Так. А тут нет подсказок? Plant the garden before he shows up. Это плюется. Ага. Посади сад, пока ты там можешь что-то делать. А где садить? Где подсказки? Вот. Вот оно. Давай садим. И что мы садим? Мы можем садить апельсинки какие-то. Ха-ха-ха, как классно. Давай еще одного. Цитрон, это цитрон. Они крутые такие, эти цитроны. Класс. И все, ты пойдешь сейчас повоюешь вместе с ними. Вот, тут я могу тоже посадить. Да? Я думаю. Не похоже. Не. Куда мы идем, а? Где подсказки? Тут я могу. Ой! Что? Ой! Ой. Так, где что делать, а? Я так понял, в воду нельзя идти. В воде ты тонешь. Вот вода. Пауза. Кто? Какой сад садить? Где садить сад? Ну, дайте хоть подсказку, куда идти. А, вон подсказка синяя. Вот, синяя, налево, налево. Видишь, вот, вот теперь направо. Это цитроны твои? А, это цитроны. Класс. Вот подсказочки, туда идем. Класс. Plant. И? Plant. Plant, ешка, да? Planting, planting. Вот planting. Все, готово? Now let's grow some plant defenses. Посади какие-то защиты. Ох, вот это класс. Да. Этот самый лучший. Да, он сразу стреляет, но он ходить не умеет, по-моему. А апельсинчик ходит. Как его там называли? Цитрон. Цитрон. Еще здесь садим. Класс. А тут этого стреляющего, либо этого подсолнуха. Стреляющий лучше. Окей. Так. Это, а кстати, этот стреляет шариками. Тут пулями, этот шариками. Here they come. Quest Wave 1. Только этого, да? О, зомби идут. Зомби. Где они? Они внизу. Они справа. Defend слева. Вау, какие стрелялки. Это цитроны. Цитроны. Супер. Фа-фа-фа. А я вижу еще одну ящик можно посадить. Это цитронов. Для цитронов. Ага, давай. Садим. Похоже, для цитронов. И для этих тоже. Еще где-то я видел. Вон, прямо. Где? А ты немножко ушел уже. С другой стороны там было, по-моему. Вон, вон, прямо-прямо-прямо идешь. И будет тебе счастье. Ну, не совсем счастье. Там зомби живут. Так, Defend. Вот тут что-то нажимать надо, да? А ну, что тут нажимать? Не, ничего. Ох, как хорошо они стреляют. Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш. Получайте. Получайте. Класс. Вот это тут битва. Они даже не выходят. А их застрелили. Так им надо. Нечего к нам идти, зомбари. Мы все сразу стреляем. Ты целую команду тут организовал. Вау! Вау! Зомби-зомби ползет, да? Уже не ползет. А куда тебе надо теперь идти? Куда мы идем? Только нет, только. Короче, мы что-то исследуем. Я хочу выйти. А куда? Где подсказки? Где синий? Вот, Defend налево, направо, вниз, назад. Я так понял, ты назад иди, что ли? Ага, вот, ты пришел. Это твой... Wave 3? Этот...
Ага. А, третья волна. О, смотри. Сади. Сади, всех сади. Я так понимаю, третья волна зомби сейчас пойдет, и они будут опять нападать. И от нее надо защищаться. Надо всех зомби победить. Если есть пустые горшки, все садить, чтобы они работали, чтобы защищали тебя. Но у меня остались только подсолнухи. Ничего, они же тоже работают, тоже могут стрелять. Да, но только они только не такие крутые. Угу. Там какой-то другой остров. Хотел бы туда. Вейв 3, то есть три зомби только осталось. Вот, два зомби, да, нормально, один зомби. Где? Последний зомби. Давай. Замочить. Замочить надо последнего зомби. Да, и все. Есть, перфект. Третья волна прошла. Вейв 4 сейчас будет через 8 секунд. Через 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Где зомбари? There is a grand gargantuar. Это у него шузы. Guest boss wave. Где guest boss? Куча зомбарей, короче, сейчас попрёт. И надо всех их расстрелять. Идите за мной, цитроны. Вот, ящик, точнее, вот. Ведро, да. Посадить надо что-то. Что-нибудь. Все ж хорошо, когда защита. Вон где-то зомбари. Валить их всех. Так. Всех их. Ух ты! Ты съел! Ты съел зомбаря, ты видел это? Ам, проглотил! Супер! За мной гонятся. То есть ты, если близко подходишь, ты можешь по ним стрелять? Подсолнух. Класс. Подсолнух, он только на это не жестко. Ох, цитронов как лупят тоже. Defend! Прикольно. Это что, не летающие еще? Не, по ком ты стреляешь? Наверху там зомби был, да? Вот зомби. Все, нет зомби. Бабушка зомби. Лысая бабушка-зомби. Так, you did it. Короче, мы с заданием этим справились. Let's go out of here, bring the shoes. Короче, теперь надо идти на вулкан и принести шузы. Где шузы? Шузы — это обувь. In English. Да. Так, quest complete. Все. Мы выполнили уровень. Короче, реально игруля прикольная. Я думаю, что на этом можно это видео заканчивать, иначе оно будет до утра. Да. Я надеюсь, вам оно очень понравилось. Мне реально классно. Оно очень красивое и прикольное. И побегать можно с зомби. Папа, дай мне показать что-то. Попробуй. Ух ты, ты закопался. Вау. Это второе, а третье что? Big Power. Ты копаешь силу какую-то. И ты мощным выпрыгнешь оттуда. Класс. И что еще ты хотел показать? И третье. Стрелялка? А первое тогда что? Вау! Вот, видишь, оно по-разному стреляет. Разными пулями. А, вот первое, оно еще пока не набралось. Вот сейчас будет. И погнал. Вот, видишь, какая взрывчатка. Ну, короче, если вам понравились всякие растения, которые воюют с зомби. Если тебе понравилось, поставь как обязательно я лайк. Делаю вот так. Вот так. Поставь обязательно лайк. Подпишись на канал Мистер Макс Плей, если ты еще этого не сделал. И всем пока. До встречи в новых видео. Всем пока.